Сегодня стали известны итоги акции «Тотальный диктант». Большинство тюменцев не справились с тестом Евгения Водолазкина. Кто-то допустил до 40 ошибок в диктанте, а кто-то даже не решился сдать работу, хотя писал. Из 1400 тюменцев лишь 20 получили пятерку. В прошлом году отличников было 35. Около сотни написали диктанты на 4. Результаты можно посмотреть на сайте акции. По словам организаторов, текст был гораздо сложнее прошлогоднего. Нашли много пунктуационных ошибок, есть и орфографические. Тюменцы не знают, как пишутся слова неподалеку, патефон и потихоньку. Мы двойки и тройки абсолютно не считаем. У нас нет такой задачи. Было, например, вводное слово «бывало», а его посчитали каким-то невводным. А слово «одновременно», вот пример приведу, слово «одновременно» почему-то многие обособили. Вот. Это пунктуационные ловушки. Все. Награждение отличников состоится 30 апреля, а те, кто хочет провести работу над ошибками, могут прийти в эту субботу в корпус ТюмГУ на Республике 9.